Сегодня стали известны детали успешной операции российских спецслужб, в результате которой перед Олимпиадой в Сочи был предотвращен крупный теракт. Раскрыл их, выступая в Совете Федерации, заместитель министра иностранных дел по противодействию терроризму Олег Сыромолотов. Мишенью преступников мог стать один из самолетов, на которых прибывали зарубежные гости. Совместные действия российских и иностранных специалистов полностью сорвали планы террористов. Проверка велась в 4 странах 5 спецслужбами мира. И накануне Олимпиады все эти лица в Австрии, во Франции были задержаны. А смертницы, которые были во Франции, у них уже были схемы, где они должны заложить взрывные устройства. Ну, если вы помните, перед Олимпиадой начали кремы забирать, да, в авиации. У них взрывное устройство было в женском креме для рук, а микровзрыватели они привезли уже из Сирии. То есть это было совершенно реально. Напомню, что безопасность спортсменов и гостей Олимпиады стала для нашей страны абсолютным приоритетом. В преддверии Олимпийских игр Россия сотрудничала со спецслужбами десятков стран. Первый раз их представители собрались в нашей стране за 3 года до состязаний.